дети ваши на кого будут похожи? Накладываю это я на ваш менталитет. Вон стройный пинчер твои метки лапы разгребает. Возможно, хочет сделать комплимент, а ты его опять не замечаешь. Шерстный разлучает нас с тобой. Мне кажется, что ты меня не понимаешь. И как было все против, ты бросаешь, не умрет. Когда ты согнутую лапу поднимаешь, не позволяя перекинуть поводок. Куда ты побежала с ним? Ко мне, к твоей породе чуждо поведение. Ах, это ваш привлек внимание моей к себе. Ах, это вы хозяин этого милашки. Как весело вдруг разлетается слюна, когда ваш резко крутит головой. Нет, нет, я отстираю курточку сама. В рекорд забыли разрешить и предложить вам свой. Ну что же, рада я знакомству, и вы считаете, нам есть о чем поговорить. Нет, не рано думать о потомстве, и, кстати, 2 недели нам придется пропустить. И я тебя, конечно, понимаю, и для меня прозрачен твой намек. Когда ты согнутую лапу опускаешь, затягивая на боксерской шее поводок. Пару занятий провести факультативно, чтобы смогла она догнать вперед ушедший класс. И я готова вам помочь на упражнениях, и с непустою сумкою приду я на урок. Когда не подниму согнутые лапы, требуя вознаграждения, ни ваш, ни мой нам не распутать. Спасибо.